Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке речь пойдет о щелочной воде, которая убивает рак, выводит токсины и дарит долголетие. Не секрет, что для оптимальной работы организма и достаточного и его увлажнения необходимо выпивать не менее 2 литров воды в сутки. Современный ритм жизни, сидячая работа и безграмотное употребление пищи сдвигает баланс нашего тела в сторону кислотности. Это влечет за собой проблемы с пищеварением, провоцирует хронические заболевания, приводит к истощению организма, увеличению веса и множеству других недугов. Для подщелачивания тела важно пить правильную воду, а также добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием щелочи. Щелочная вода в домашних условиях. Польза щелочной воды. Кроме того, что такая вода помогает нормализовать кислотно-щелочной баланс организма, она имеет ряд важных преимуществ для здоровья человека. Употребление щелочной воды является отличной профилактикой заболеваний пищеварительной системы. Она помогает предотвратить множество хронических болезней, в том числе и онкологические патологии. Щелочная вода предотвращает накопление свободных радикалов в организме, тем самым избавляя от токсинов. Профилактическое употребление щелочной воды нормализует pH крови и нормализует процессы кровообращения. Вода с высоким содержанием щелочи увлажняет каждую клетку организма, предотвращая процесс преждевременного старения. Щелочную воду получают путем сложной фильтрации, и стоит такая вода довольно дорого. К счастью, существует несколько домашних рецептов, с помощью которых можно сделать полезную щелочную воду дома и практически без затрат. Рецепт номер один. Налей 1 литр чистой воды в емкость с крышкой. Туда же добавь 1 лимон, разрезанный на 8 частей, и 1 чайную ложку гималайской соли. Плотно закрой крышкой и дай настояться в течение 12 часов при комнатной температуре. Выпей 3 стакана такой воды на утро перед завтраком. Рецепт номер 2. Этот рецепт приготовления щелочной воды основан на полезных свойствах пищевой соды. Добавь 1 чайную ложку бикарбоната натрия в стакан воды и выпей. Очень полезно. Рецепт номер 3. Этот способ приготовления щелочной воды очень прост. Он заключается в том, что воду нужно прокипятить в течение 5 минут. Таким образом, ты повысишь pH воды с 7,2 до 8,4. Кипяченую воду лучше всего хранить в закрытом контейнере и употреблять охлажденной. Употреблять такую воду стоит умеренно, всего 5 мл жидкости на килограмм массы тела. Если твой рацион и так богат на щелочные продукты, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем приступить к питью щелочной воды. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, поделись этим видео с друзьями.